Привет, ковбой, с вами Войсари... А нет, не так. Привет, ковбой, меня зовут Эдуард, мне 25 лет, я из Владивостока и я люблю видеоигры. Сейчас как будто признался в алкоголизме каком-то. В рамках этого подкаста я хочу поднять лишь один вопрос. Кто я, что это за канал и что вообще тут будет происходить в дальнейшем и зачем это все? На удивление, но довольно часто ко мне в личку стучатся люди, которые жаждут узнать, как меня зовут в реале. Так вот, зовут меня Эдуард. Можете именно так ко мне и обращаться теперь. Кстати, Э-Войс, Э-Ребус, как раз таки потому, что Эдуард. Я из Владивостока, довольно маленького городка на Дальнем Востоке, и этот город с трех сторон окружает море, что круто. Пользуясь случаем, передаю привет всем землякам из Владивостока и всех ближайших городов. Есть небольшая идейка на будущее. Собраться где-нибудь, обсудить Ведьмака, произведение Сапковского, ну и познакомиться. Но уже после Нового года, конечно же. Никита, если ты смотришь это видео, я помню и не игнорирую тебя. Первоначально канал не создавался как канал, это был лишь склад для видео, который не хватало место хранить на жестоке, да и с друзьями делиться было проще. Это были покатушки в танке, батлу, просто какие-то игровые моменты, никакого комментирования, монтажа, просто геймплей или общение с друзьями. Но в один прекрасный момент я стал понимать, что игры увлекают меня все меньше. И дело не в желании, которое было сильным, а именно в интересе. Я начал пропускать диалоги, играть с читами, чтобы быстрее проходить игры. Но от этого теряется весь интерес, и я понял, что это путь в никуда. А потому на ночном совещании с самим собой решил попробовать попилить классические летсплеи, ведь любое комментирование дополнительно напрягает мозг, приходится концентрироваться на нескольких вещах сразу, тем самым повышая собственный интерес к игре. Кстати, это не единичный случай, уже потом я стал часто слышать, что именно так люди начинали пилить свои прохождения, в поисках новых впечатлений. Плюс к этому пришлось обучаться и новым навыкам, четкой речи, монтажу, звукозаписи, фотошопу и так далее. И вот уже на определенном этапе я понял, что меня это начинает затягивать. Сначала были просто левые ролики, потом я начал снимать одиночные квесты в Dying Light, совсем чуть-чуть комментируя их. Потом была попытка снять полноценное прохождение Бастиона и Транзистора. И тогда я безумно влюбился в эти игры, и меня было не оторвать от них. А их саундтрек я до сих пор периодически использую в некоторых видео. Но по неопытности в записанных роликах был рассинхрон, и прохождение в итоге было запорото. И вот уже после нескольких единичных летсплейщиков, на которых я научился нормально записывать, выходит Ведьмак 3. И тут я попытался начать все всерьез и выпускать хотя бы по одному видео в день. Я уверен, что некоторые из вас даже начинали смотреть эти видео, и их довольно легко найти на моем канале. Но у меня не получалось. Были постоянно косяки со звуком, монтажом, и у меня даже тупо не хватало времени зарендерить полученное видео, ведь один часовой ролик рендерился около 5 часов. Я ставил такой на ночь. А если выскакивала среди ночи ошибка, то это все, видео уже не выходило. Попутно записывая Арканию, сейвы которых у меня сдохли, и еще какие-то разовые ролики, Ведьмаки я дотянул до 20 серии. И только подходил к Новиграду, когда понял, что все, с меня хватит. И на 2 месяца по разным причинам я прекратил заниматься каналом совсем. Во-первых, снимать, записывать возможности не было, а во-вторых, мне требовалось немного времени переосмыслить канал и его контент. В поисках себя, через 2 месяца я стал выпускать ролики с куда более сложным монтажом и более хорошей подготовкой текста. Тогда был цикл роликов про мои ностальгические воспоминания о моем мире Майнкрафта, нарезки по серьезному Сэму, какие-то хорроры. Тогда же вышел 4-й Fallage, и я попробовал монтажные нарезки под музыку. На удивление, но 2-й такой монтажик я до сих пор считаю очень недооцененным, хотя в целом, комменты были только хорошие. В общем, жизнь на канале начинала кипеть. Ролики хоть и выходили реже, зато постоянно. И сил я в них начал вкладывать больше, получаю, соответственно, и более высокую отдачу. К сожалению, на тот момент в мою голову вселился какой-то бес. И раздираемый кучей идей для роликов, я решил под каждую из них создать свой канал. Боже, каким я был тогда идиотом. Тогда я родился Мономагатари, который изначально был скорее чистым 2-м каналом для дополнительного контента, а потом перепрофилировался в канал с прохождениями, но о нем чуть дальше. Всего у меня было около 7 каналов, и это был лютейший ад. Я занимался всеми ими сразу и никаким. В итоге к Новому году я настолько вымотался, что за весь январь практически не выпустил ни одного видео, хотя мог и должен был это делать. Но это был хороший урок. Когда этот канал начал расти, его темпы говорили, что я наберу около 10 тысяч к началу 2016 года. Но из-за отвлекающих внимания других каналов я растерял весь пыл и в итоге еле-еле перевалил за 5. Потому брось.
видосе все остальные каналы. На Мономагатаре даже осталось 20 неопубликованных видео с прохождениями. Я сел на ребусе. Добил старые долги, сделал несколько монтажей по допрохождению оригинального третьего Ведьмака, 2 отчетных видео по Каменным Сердцам, и в день перед стартом дополнения Кровь и Вино, как сейчас помню, случился судьбоносный момент. Было воскресенье, делать было нечего, я решил подготовиться к Кровь и Вино, который я на тот момент собирался полностью пройти для канала, что собственно в итоге и сделал. А подготовиться я решил, сделав свой первый билд Ведьмак 3. Билд, если честно, положа руку на сердце, получился, ну, так себе. Первый, блин, комом, как говорится. Но именно с этого все и началось. И вот я сейчас перед вами. Что же такое Voice Rebus? Как я не устаю повторять в каждом ролике, это просто канал об играх. На текущий момент об играх. Это, безусловно, канал, который носит мое имя. Ну, точнее, никнейм. А значит, на нем будет тот контент, который будет хоть как-то интересен мне. Ведьмак — классная игра. Она нравится мне, она нравится вам. А значит, и ролики по нему выходят. Но если вдруг меня приперло рассказать о продаже почек, то и ролик об этом я тоже выпускаю на этом канале. Ведь, грубо говоря, это личный, мой второй канал. Если сравнивать его с любыми другими каналами, которые сфокусированы на определенном шоу. Кстати, я думаю, ни для кого не секрет, что ник A Voice Rebus образованы от слова voice, то есть голос, и rebus, то есть головоломка или игра со словами, с добавлением первой буквы моего имени в начале. То есть даже в нике уже заложены игры и комментарии, а значит, этот контент с канала никогда не уйдет. Другой канал, Мономагатари, это как раз таки попытка создать некий канал шоу, посвященный полностью прохождениям и не более. Да и плюс мне требовалось какое-то уникальное одно слово для разных ников в играх и при регистрации. Потому что если написать A Voice и Rebus слитно, получается какая-то чушь. Мономагатари образован от японского Моногатари, то есть некоторое расширенное жизненное повествование в форме повести. Довольно неплохое такое название для канала о летсплеях, не находите ли? Но идея не удалась, ибо не хватает времени. И на том канале так и осталось 20 неопубликованных летсплеев. Зато там мы полностью прошли дополнение к Dying Light, Ассасина Синдикат, немного фолоча и кучу всего по мелочи. Кому интересно, ссылка на канал есть в описании. Можете даже подписаться, не знаю. Я думаю, на Новый год опубликую все оставшиеся 20 роликов, как раз будет немного свободного времени. Кстати, они и были записаны где-то год назад. А то я о них вспоминаю периодически, как о незавершенном деле, и меня это немножко напрягает. Я не знаю, буду ли я его развивать в будущем, но этот канал точно навсегда останется со мной. А о том, как будет развиваться этот канал, A Voice Rebus, в 2017 году, я, наверное, расскажу как-нибудь потом. А то уже утомил всех своей болтовней на сегодня. При этом я надеюсь ответил на некоторые ваши вопросы касательно себя, происхождения самого канала, его названия, а также моего отношения к каналу Мономагатари. Ну и на этом все. Конец последнего подкаста в уходящем 2016 году. Всех с наступающим 2017. Счастьечко, здоровьечко. И, конечно же, не забудьте подписаться на этот канал, ведь дальше больше и только лучше. Пока-пока.